Группа клеточной и молекулярной онкологии продолжает развивать важные проекты. На этот раз речь пойдет о ее сотруднике, аспиранте Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Алмазе Ахунзянове, который ведет работу над разработкой тест-систем для персонифицированного подбора терапии рака молочной железы. Работа выполняется в рамках сотрудничества с Республиканским онкологическим диспансером. О том, в чем заключается данное исследование, нам удалось выяснить у самого молодого ученого. Работа заключается в детекции и определении уровня длинных некодирующих рибонуклеиновых кислот в сыворотке венозной крови пациентов с раком молочной железы. Данная информация несет прогностическую значимость и является крайне ценной при планировании терапии. Такой подбор терапии рака молочной железы является ярким примером персонифицированной медицины. Данное направление медицинской науки является относительно новой и заключается в персональном подборе препаратов, основанного на индивидуальных особенностях конкретного пациента. Например, на генетических особенностях опухоли. Пример при раке молочной железы. При наличии на поверхности опухолевых клеток рецептора HR2, возможно эффективное применение препарата герцептин, представляющего из себя антитела к рецептору HR2. А при отсутствии HR2 назначение и применение препарата нецелесообразно. Это пример персонифицированного подхода при терапии рака молочной железы. В завершении стоит отметить, что данное исследование получило грант в размере 500 тысяч рублей в рамках юбилейной программы «Умник». Эта сумма позволит развивать проект в течение 2 ближайших лет. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.